Запрет на использование надувных плавательных средств и катамаранов при купании в море ввели 23 августа. В связи с сильным отжимным северо-восточным ветром ограничения продолжают действовать и сегодня. Обращаясь к жителям и гостям Анапы, Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье, говорится в сообщении мэрии. Добавим, сегодня на всей территории города-курорта преимущественно ясная и солнечная погода. Максимальная температура воздуха днем около плюс 38 градусов. Порывы ветра в отдельные часы могут достигать 14 метров в секунду. Температура воды в море в районе пляжа Анапы плюс 27. А спонсор сегодняшнего выпуска программы – оптово-розничный комплекс «Фермерский двор» на улице Астраханская, 104. Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской 104.